Берега крупнейшей реки в Европе необходимо укрепить, а ее воды очистить. В Ульяновской области насчитывается более 20 оползневых участков. На многих из них береговая полоса ползет. Но Ульяновск – один из городов-счастливчиков, в котором обрыв почти добрался до жилых домов. Медлить нельзя, в ближайшее время необходимо начать действовать. На живописный обрыв Новоульяновска приехал Сергей Морозов, чтобы обсудить планы работ с сотрудниками Минприроды и мэром города. В качестве домашнего задания записываем, что на 2020 год готовим финансовые средства для подготовки проектно-сметной документации. В 2021 году мы ее защищаем, и в 2022 году, дай бог, все будет хорошо, занимаемся берегоукреплением. Далее разговор об оздоровлении Волги перенесли в здание местной администрации. Напомню, что в соответствии с указом президента в России функционирует федеральная программа «Экология». Она включает в себя 11 проектов, в одном из которых внимание обращено на Волгу. На реализацию проекта выделено 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Деньги предназначены для строительства новых очистных сооружений. Виктория Чиркова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.